Друзья, всем привет, я Дмитрий Клоков, мы находимся в тренажерном зале нашего жилого комплекса, где я, моя семья и другие жильцы занимаются каждый день, поэтому мне очень легко будет рассказать про любой из тренажеров, который мы используем в этом зале на своих тренировках. В этом видео я расскажу вам про тренажер Butterfly задняя дельта компании ProTrain серии CP. Занимаясь больше 20 лет профессиональной тяжелой атлетикой, я не занимался на тренажерах, поднимал чисто штангу, и поэтому рассказывать буду про этот тренажер с точки зрения физкультурника, который работает на нем в данный момент. И первое, что мы сейчас рассмотрим, это вариант работы на заднюю дельту. Сразу отмечу, что стека будет достаточно для любого размера задней дельты. Я не знаю такого человека, который с таким справится. Я работаю где-то в зеленой зоне, иногда выхожу на оранжевую, но что хочется точно отметить, это наличие маленького дополнительного веса, так как мышца сама по себе слабенькая, особенно у девочек, а также у небольших ребят, поэтому эта функция будет очень полезна. Следующее – это регулировка сидения. Ее можно регулировать стоя или когда вы уже уселись на свою позицию. Если вдруг что-то не нравится, то легким движением можно все это дело под себя выправить. Ну и, собственно, мягкая, плавная работа. Конечно, это зависит во многом еще и от вас, чтобы вы не сбрасывали этот вес, а постоянно его контролировали. Ну и сами механизмы при правильном выполнении работают очень тихо, что тоже приятно. Это первая его возможность. Соответственно, мягкая сидушка широкая, что для моей пятой точки это тоже очень хорошо. Обрезиненные ручки, когда тренируешься, потеешь, что наличие таких ручек это тоже в плюс. Ну и сама его устойчивость, сама жесткость, хотя, в принципе, на таком тренажере резких дерганных движений нет, он сам по себе платный и очень деликатный, но, тем не менее, это приятное дополнение. Теперь перейдем к баттерфляю. Здесь пойдем на рекорды, выйдем немножко в красную зону. Опять сиденье, спинка широкая, собственно, края спинки мне в широчайшие не упираются, мне устойчиво. Сидушка мягкая и тоже широкая. Регулировка опять-таки вставая и не вставая, по вашему желанию. Ну и все остальное. Понравился тренажер? Обращайтесь к компании ProTrain. Они помогут вам выбрать тренажер с оптимальным соотношением цена-качество. Удачи, занимайтесь спортом!